Прошедшие выходные на стадионе 11-й школы прошел необычный спортивно-развлекательный турнир «Комический футбол», организованный Координационным советом молодежи Асбестовского городского округа. Отметим, что такое мероприятие проводится в Асбесте впервые. Мероприятие достаточно веселое, открытое, яркое. Народу сегодня присутствует много. Координационный совет полностью взял на себя организацию данного мероприятия. Ранее Координационный совет молодежи принял участие в конкурсе социальных инициатив, проводимых на территории Свердловской области в рамках проекта «Мастерская социально полезной активности. Берешь и делаешь». Молодежным советом был получен грант и закуплена необходимая атрибутика для турнира. В турнире приняли участие команды комбината «Урал-Асбест», «Урал-АТИ», «Фореса» и две команды Асбестовского политехникума. Каждый матч состоял из двух таймов по 5 минут каждый с 2-минутным перерывом. Участники команд были наряжены в различные комические наряды, чтобы придать турниру нечто интересное и сказочное, а зрителям хорошее настроение. Ничего не смущает. Главное, что будущего. О, вратарь, стена просто, стена! И того не пропустит. По результатам игр третье место заняла команда «Слепая ярость» Асбестовского политехникума. Второе место присуждено команде «Ночной кошмар» завода «Урал-АТИ». И первое место заняла команда «Форсики» компании «Форос». Они станцевали танец победителей. Чиликин, Максим Фетисов. Новости АТВ.